Кто такой-то? Да не знаю, я сумасшедший какой-то, из кустов вылез. Муха, успокойнее. Что говорит? Да ничего, Лена. Эй, балбес, отойди от нее. Этот. Саш, не надо. Ну что непонятного, ко мне подойди, говорю. Саш, подожди, Саш. Оп! Ты что, других баб мало? Вали отсюда, придурок. Космос, где тачку упер? А так, пацаны, Линкольн. Чё там, подожди, чё там, кто? Чё там? Алло! Да, ну, спокойно. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Ты скажи, что делать дальше думаешь? Ну, я думаю, так, месяца три пошарачь, потом в этот горный институт. Чего вы? Вулкан изучать, а в армии всю библиотеку изучать. Щукчи читать. А ладно, качай. Я вижу, Саня, ты совсем там от жизни отстал, а? Ты меня поучи сейчас, да? Не, ну какой институт? Руки брось. Ну какие книги, ты скажи. Вот я космос, сын профессора астрофизики, да? Не может быть. Да просто, ну слушай. Вот я тебя спрашиваю, что сегодня самое главное? Скажешь, бабки получишь в лоб сейчас. А вот что сегодня самое главное. Никогда не наводи оружие на человека. А ты говоришь, библиотека. Я сейчас день заколачиваю столько, сколько мой папаша в месяц на фабрике. Нахрена мне институт? Вы по воровской пошли, что ли? Да по воровской, да не по воровской, Саня. Вот слушай меня. На Рижском сейчас такие дела творятся. Ты что? Пацаны со всего города съезжают, лохов бомбят, ведут разбор. Мы с пчелой. Пчелы. Да. Мы с пчелой. Там совсем не последние люди. Подключайся. Да ну вас. Пчел, тебе страшно? Очень. А мне как страшно? Может, так подстричь? Сначала я хочу видеть того, кто вчера со мной по телефону разговаривал. Если ты мужчина, иди сюда. Что? Урюк, иди сюда. Иди сюда. Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас. Я вам говорил, что он в маразме? Фил, я говорю серьезно. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Бригада. Поехали. Вот, Бобик, касса. Братанов же разводят, с черными работает, сука, не краснеет. Да он не пчела, он жук. Космос, не дело так о друге говорить. Хотя, по большому счету, ты прав. Неизвестно, чем все это закончится, Саня. Попомни, блядь, мои слова. Ну, запели, пчела наш брат. То забыл я на... Ё-моё. Знала бы моя первая учительница, в какую задницу попадет Витя Пчелкин, ставила бы мне одни пятерки. Саш, я не могу больше. Что такое? У меня губы болят. Видел бы его отец. Оля, это все.